when I was in high school, I read a book on Lobachevsky geometry. That was quite a shock to me. Yeah. So that's non-Euclidean geometry. Lobachevsky was the guy who helped us think in other than Euclidean ways about, you know, sort of negative curvature spaces. This was really dramatic. It took a while for people, general public or general math community, to really appreciate this discovery. His achievement was, I would say, not mathematical, but meta-mathematical. Non-Euclidean geometry by itself is very, very important number theory. Здесь, я считаю, проявились организаторские способности Лобачевского как ректора, поскольку он всю ответственность в этот период взял на себя. Он был прекрасным ученым, но еще был прекрасным организатором в строительстве и в любом другом деле. Мы сейчас будем воссоздавать домик ректора, и на этих площадях будет создан музей Лобачевского. Здесь на подиуме будет мебель университетская, которая воспроизводит кабинет Лобачевского. Вот этот зал, который мы с вами видим, он планируется для создания экспозиции «Неевклидова геометрия». Здесь мы рассказываем историю развития идей. Он оправдывал, чем он занимается, оправдывался. Ему все-таки приходилось, потому что как бы он не мог говорить, я считаю объем тетраэдров гиперболической геометрии. Ему говорят, что ты делаешь? И поэтому он говорил, вот я тут делаю какую-то геометрию, и она помогает мне считать какие-то определенные интегралы. So, on the theory of parallel lines, in 1840, printed in Berlin, Lobachevsky's text. So, these are all the documents that Gauss had. What is valuable here is not the text itself, which can be found in other places, but the comments that Gauss must have made in his very fine writing. Now we arrive at something very interesting. Well, it's inserted between page 28 and 29. So here, on this page, there are some equations. Well, something extremely modern. This would be the definition of the metric on the upper half plane. It should be studied what Lobachevsky had done and how Gauss reacted to this. Пошли, зайдем. Кто тут есть? Здесь мы. Ой, какие люди! Вот идет наша. Здравствуйте, Стеллочка Владимировна, мы так приятно. Вот, начиная с Нижнего Новгорода, с Алексеевской церкви, где его крестили, и документы. Проходите, смотрите. Созданный труд Лобачевского «Неевклидова геометрия» явилась поворотным пунктом развития математической логики и мышления XIX века. Но для наших современников и для тех современников, когда жил Лобачевский, его учение было ведь непонятно. Все думали, что Лобачевский немножко не из мира сего. И мы тоже, когда в экспозиции, когда экскурсии проводим, да, это вот для наших мозгов, вот вы математик, да. Ладно. Такой идеальный тетраэдр. В гиперболической геометрии здесь находится полное пространство. Тетраэдр будет называться бесконечностью. Вот это вот важная формула. Значит, я тебе могу рассказать еще один сюжет, как бы, как в современной науке используется геометрия Лобачевского. Вот это модель поверхности, которая конформно параметризованная. Конформная параметризация означает, что все линии пересекаются перпендикулярно и противоположные стороны равны. Метод, который использовался здесь, это метод дискретных конформных отображений. Теория этих дискретных конформных отображений очень сильно связана с гиперболической геометрией. Мы можем изучать вот такие картинки, а можем изучать представление этой же науки через идеальные тетраэдры и через объемы этих тетраэдров. Это довольно новая наука. Для того, чтобы построить вот эту картинку, мы использовали некий функционал, который записываем в функциях Лобачевского.
То есть реально функционал, который здесь минимизировался, практически вот такой функционал, который основан на этой формуле, да, для объема идеального тетраэдра. Это удивительно, что гиперболическая геометрия и функции Лобачевского используются для строения, казалось бы, не очень связанной с этой параметризацией, это конформной параметризацией поверхности. Сам Николай Иванович очень любил танцы, ходил на балы. И, конечно, бывал и в Институте благородных девиц, где были балы. Он с удовольствием всегда танцевал. Значит, сейчас у нас будет встреча депутатов Государственной Думы, Совета Федерации и председателей парламента республики на нашей площадке по медицинскому кластеру. Это все кампусы будут нашего медицинского института. Ну, в общем, медицинское направление в университете существовало практически с первых дней. Стелла Владимировна, эпидемия холеры, административные способности, воля, мужество, энергии Лобачевский проявляет в годы стихийных бедствий. Вот эпидемия холеры, 1830 год. Вы точно помните, сколько месяцев студенты, обслуживающий персонал, преподаватели жили. И никто не заболел благодаря вниманию и заботе Лобачевского, его борьбе с холерой, с эпидемией этой, не допустил. Холеры нет, но есть много других болезней, с которыми мы боремся. А самая главная болезнь – это иногда непонимание того, что нужно делать в области медицины. В связи с этим потери определенных позиций российского здравоохранения. У нас концепция поменялась сегодня в подготовке врачей. Один из основных проектов – это возвращение в лоно университета медицинского кластера. Когда посещали симуляционный центр, вы видели, да, там вот, чтобы сделать эти симуляторы, нужно, чтобы вместе работали медики, химики, электронщики, физики и айтишники. Там же внутри это робот-компьютер. Эти симуляторы не куплены, эти симуляторы созданы в инжиниринговом центре. 80% это наши симуляторы. Хороший пример, как из куска пространства, в этом случае из куска плоскости, можно соорудить всю плоскость. Вот такие параллельные переносы направо, налево и вверх-вниз. Мы применяем евклидово движение, чтобы покрыть всю плоскость. Конструкция существует в гиперболическом пространстве, но там фундаментальный кусочек, вот этот, который мы будем переносить, он более сложный. Это уже будет многоугольник с большим количеством сторон, например, 8 или больше. И движения вот эти, которые будут отвечать вот этому параллельному переносу, который мы видим в этом случае, они будут тоже более сложные. Это будет и движение в гиперболическом пространстве, которое сохраняет все метрические свойства этого многоугольника. И мы в гиперболическом пространстве тоже берем много копий этого многоугольника, бесконечно много, клеим их всех вместе ровно таким же способом и получаем покрытие всего гиперболического пространства. This is the Poincaré disk. What we should also visualize is that this flight in the three-dimensional hyperbolic plane. Kazan, 6th or 18th of July 1808. This is a letter from Barthels to Gauss, where he talks about his arrival in Kazan. Why would a German leave and go work in Russia? It seems that the
just the conditions were very attractive. They would receive a good salary, be very well treated. Магнитский считал, что весь беспорядок в университетах наших произошел от образования книг и людей, перешедших к нам из Германии. У него была своя излюбленная идея. Он хотел соединить веру с просвещением. Под влиянием этой идеи в голове его созрел целый план преобразований, который он сообщил министерству. Он утверждал, что необходимо все взять в свои руки и с этой целью наблюдать за нравственностью не только студентов, но и преподавателей, которым надо предписывать не только действия, но и мысли. Очень актуально. Ну, вы знаете, это же сегодня и в какой-то степени свойственно и нашему периоду. Наверное, рассуждения Магнитского, они же исходили из того, что он был представителем императора на этой территории, который должен был осуществлять надзор. И он исходил из того, что вертикаль власти и монархии должна быть сохранена. Многие говорят, что он прижимал свободу и так далее. А если бы он тогда распустил, может быть, университет не был построен и обустроен. Представьте, студенты Казанского императорского университета выходят против царя-батюшки. И при этом ректор Лобачевский спрашивает ресурсы у царя-батюшки построить здесь все эти кампусы, здания и так далее. Я думаю, вряд ли император подписался бы под это дело. Поэтому все зависит от ситуации.